Ребята, всем здравствуйте, добро пожаловать на мой новый видеоролик. Сегодня у меня будет второй рейс по Русмапу по России. И еду уже на Дафе, на своем. Да, друзья, и еду из Великих Луг до Невеля. Везу рис 22 тонны. Вот. А вам лишь желаю приятного просмотра. Также немножечко свой даф затюнил, вот, но хотя, я думаю, кто давно на меня подписан, все уже подписчики и друзья моего канала знают, что когда-то у меня была такая же покраска. Вот. Ну что, будем садиться и поедем в рейс. И с вами я, Андрей Сухин. Снял с ручника, запускаю DAF. И поехали. Также, да, друзья, подключил еще раннюю осень. Ну, за окном уже какое сегодня 3-е, да? Или какое сентября, уже дело к осени подходит. И начинается осень. Вот. Выезжаем из базы. Так. Тут у нас гаишники. Поехали. Тут у нас красный свет. Светофор. Желтый. Зеленый. А мы тут уходим направо. И поехали. Выезжаем из Великих Луг. Невель, Барки. Сканию, если кто смотрел мой прошлый видеоролик, друзья, я коллеге вернул его на ее сканию, вот, и он уехал в рейс, коллега. А я пересел на свой DAF 106-е. Вот. Невель. Отлично. Слева чисто. Справа тут машинки. А мы тут уходим направо. Нам прямо по навигатору. Невель. Коллеги стоят, как обычно, по дальнобою. Зеленый. А мы едем дальше. Камера вверху, аж целых две.
А мы тут уходим налево. Ах, и да, шторка, крона, прицеп. Все, друзья, приехали мы в Невель. Поставил на ручник, заглушу и все. Вот такой, друзья, второй рейс мой. И он подошел к концу. В следующих моих видеороликах пока что, друзья, я не знаю, куда я еще поеду. Вот. Но будем посмотреть. Вот. А вам хорошего дня и настроения. И всем пока. Ну и там лайк, колокольчик и подписывайтесь.